что, я хочу сказать, что веселье, вы как глаз сегодня, судим вас. Поэтому мы говорим, ну, с чистого листа, вот то, что вы сейчас увидели, то и, собственно, мы обсуждаем. Ну, в общем, вы знаете, как это делать лучше меня. Я предлагаю начать режиссером сразу. Я не хочу, чтобы вопрос на вопрос Мити можно было ответить внятно, понимаете, чтобы он ушел с ответом, чтобы ему помогало как бы пространство получить. Это мне не нужно. То есть, как бы, для меня это, ну, как бы, это брак, понимаете, будет спектакль. Если это все обозначит, и вы уйдете удовлетворенными, как зрители. Потому что это про другого человека. Это принципиально недорассказанная история. Я принципиально не хочу, чтобы сходили с концы с концами, то есть не сшивали. Поэтому если Андрей там засучит рукава, там, как бы, вместе с ребятами там сошьет, то, чтобы все было ладно и понятно, то есть, как бы, ну, я просто вот как автор там забастую и закрою спектакль. О чем, вот с моей точки зрения, то есть это про. Пьеса про поиск собеседования, про поиск идеального собеседника и про поиск идеального говорения и про идеальные контакты, которые, конечно, надо развивать. Чижевский и Мавье все равно набирает рак. Один сжег себя и сжег себя, ну, как бы, служа каким-то, даже, я не знаю, идеалом, не идеалом, какой-то. Ну, идеи какой-то, фантазии своей, да? А второй никак не может стартовать это сделать. И за процессом чего я слежу? За тем, как этот человек, ну, за тем, как один раскачивает второго. Вот это все там, костюмы, не костюмы, вот это. Это все вторично. То есть, как бы. Может быть, тогда просто это очистить от этих костюмов, потому что это. Все, это, вообще это, все. Это, может быть. Ну, я вам скажу, я сторонник вообще как бы людей, то есть доковского метода, где люди играют в своем. То есть мне ничего больше не надо. То есть, как бы, по большому счету, я бы всех посадил их в один ряд, то есть, как бы, и вперед были. Но вот то, как сейчас, это не мешает. Это не. Тут нет преступлений против. Кодов, как-то без. Как бы так хочется, чтобы меньше черного было, веселее все, как бы дневной свет. И вообще свет не менялся, может быть. То есть, как бы, вообще, и мы находились бы там на залитой солнце лужайке. Понимаете, вот если вы лужайку мне сделаете тут, я буду счастлив. Зовите меня еще. Они могут разыграть спектакль хоть в бассейне, уже, эти актеры. В смысле, это текст, они не так, спектакль. Это текст, они могут играть в бассейне. Но, как бы, человеку, который от этого быта еще больше бытовит, ну, как понять, что, как ему может бытовому сознанию, воображению показаться Бержерак? То есть, ну, бытовой, как бы, в бытовом самочувствии очень трудно, еще бытовой Бержерак, как бы, я не понимаю. Не с точки зрения постановочных средств, не с точки зрения, ну, вообще можно все убрать, а с точки зрения каких-то взаимодействий, которые происходят. Сама пьеса тебе непонятна? Нет, я говорю про то, что я увидел, я про пьесу я понял, как бы, я неверно понял. Но я говорю про то, что я увидел тогда роман, в том смысле. Дело в том, что, во-первых, если честно, вот про этот показ, тут мною не проартикулировано ничего практически. Там от меня два вот таких вот кусочка осталось. От моей личности, в смысле, от моего авторского высказывания. Я его даже не успел если позавчера, предположим, было у меня луно-по, то сейчас это было луно. Вот, собственно говоря, в таком виде. Это не претензия никому, это просто, ну, да, в данном случае это факт. Так получилось. Вот если мне удастся проартикулировать эту, лунопад сказать до конца, в таком случае, возможно, все вопросы со стороны зрительного зала отпадут.
Слово на языке у меня уже вертится. Оно уже вертится давно, оно уже практически, ну, с губ сорвалось. Мне нужно его сказать. Это не проблема спектакля, а это сложность пьесы. И опять же, это не проблема пьесы. Вообще это не, как бы не в обиду и не в... И не наоборот, это не комплимент, да, что пьеса настолько там сложна, тонкая. В хорошем смысле, настолько тонка, что для нее нет зрителя. А сегодня у меня случилось, у меня фильтр от спектакля был. То есть за фильтром остался спектакль, а через фильтр прошел текст, который мной любим, который мне интересен, да, и я текст еще раз послушал с удовольствием. И в этом смысле мне то, что вы делали на сцене, оно первые там полчаса и не мешало. То есть мне непонятен вообще как бы формат, жанр, да, жанр спектакля. То есть каким образом это... Это вообще самая большая проблема в этой пьесе. Какой у нее жанр? Это не в пьесе, это как раз уже про спектакль. Нет, это пьеса может не иметь жанра. Пьеса, да. Пьеса мне как раз все понятно, в каком она как бы сделана ключе. Мне непонятно, в каком ключе поставлен спектакль. Мне почему вот возникает... Я понимаю, что это технически несовершенная штука, действительно, то есть как бы противоречие языков, там, собственно, и задача пьесы, то есть как бы лишить зрителя периодически, все время выбивать из него опору. То есть, не таким образом. Выбивать опору из зрителя нужно специально, а не потому что это недоделано, не потому что это случайно. Это понятно. Выбивать опору из-под зрителя нужно специально, меняя жанры. Специально. Меняя жанры. Да. Меняя, а не делая жанр изначально, да? Да. То есть, если вы меня, допустим, в одном жанре показываете мне... Начали в одном жанре, перескочили в другой, и это должно быть настолько грубо сделано, да? Вот именно вот четко, да, тогда мне это понятно, почему меняется жанр, насколько, чем это мотивировано. Вопрос, где мы этот конфликт, правильно, найдем, в чем? Жанровый ли он, там, и так далее, или он, и так далее. А если точно, то какой? Вот и все, я про это. И в пьесе Тити, и в этой пьесе, мне кажется, что драматург все время издевается, как только ты начинаешь схватывать, вот-вот-вот я понял про что, я выцепил линию, он перечеркивает. И вот в этом как бы такое, да, издевательство над зрителем, над его каким-то каноном. Это очень вкусное издевательство. Да, над его привычками. Надо этим пользоваться, это прямо... Я же не в отрицательном смысле, это в том смысле, что... Мне такая игра интересна. Чем больше в этом смысле мы над зрителем издеваемся, тем сильнее у нас будет. Конечно. Если есть костюмы, то должен быть у одних театральный способ существования, у других бытовой, какой угодно. Ну или какой-то третий способ существования. Ну, а если задан закон, ну и одевайся тогда их в эти цветные наряды. Иначе этот закон мы все равно считываем. А если просто каша, можно сказать, что это и есть вот работа со зрительским восприятием и издевательством над ним. Но это получается просто шумы, через которые мы продираемся. Это шумы. Чисто шумы, да. Это ничего больше. На самом деле оба мира одинаковые, и в каждом мире есть людям очень хочется к этой кочерышке сделать капустный листок, который можно украсть. Ну вот так вот я считала эту историю. Про центральную кочерышку. Ну да, про вот эта вот метафора для меня была главной. Каждый зритель может схватить, раскрутить вот эту свою историю. Соня же откинула вообще все лишнее и сочинила свою историю про кочерышку. Но было бы классно, когда спектакль, как только человек себе эту историю придумал, тут же бы себе ее перечеркнул. Ну не себе, а зрителю. Тут же твои желания тоже. Нет, но дело в том, что они если спросить Шереза, как почти что совпадают с моими желаниями. Но если спросить у Максима, может быть, нет, они не надо спрашивать. У Максима в том числе. Но наверняка он не сочинял историю про кочерышку. Не вел кочерышки. А дело в том, что как бы тут тысяча есть вариантов, и по которым ни по какому мы, в общем, не должны идти. Ну, если ее сценически проявить, то это будет все время головой об стол зрителя, ну или об какой-то другой предмет. Мне просто поворачивать голову в другую сторону, и все.
То есть он смотрел на один предмет, оказывается, да, что он смотрит. А что он смотрит совсем на другой предмет. И внезапно оказывается, на эту историю, оказывается, что это другая история. Вот так надо делать. А мне интересно, вам разговор помог? Вот я всегда, вот я испытывала какое-то не бесконечное удовольствие от того, когда разговаривают театроведы. Я безумно люблю это. Вообще, в принципе, вот процедура, вот, ну, процедура вот такого движения вперед, она имеет место, она позитивна, она там, не знаю, двигает мозг, она помогает. А, как ни парадоксально, я все-таки, я вот то, что сейчас говорили люди, меня убедило в том, что я изначально двигался и двигаюсь в правильном направлении. Другой вопрос, что, наверное, я это движение недостаточно явно способен выразить в каких-то волевых импульсах, так скажем, своих личных. И это многих сбивает с толку. Вот получится у меня это выразить, значит, спектакль состоится. Не получится, значит, он в какой-то форме будет долго и медленно и мучительно играть. Разговор помог, Андрей? Разговор, зритель, да, очень. Все по существу ребята говорили. В чем я вижу ее шанс? То есть, моя воля бы там, никакой музыки, то есть, никаких декораций, которые намекают на нечто большее. Убрать все, что намекает на... То есть, сбивает с толку наши неокрепшие умы молодых зрителей. То есть, слово разбор, то есть за слово разбор, то есть я вообще его запретил, то есть во всех театральных вузах, потому что, конечно, разбор убил вообще все хорошее, что могло появиться, то есть в режиссуре. Что есть в театре, вообще разбор убивает. Разбор, к сожалению, убивает, потому что либо человек умеет читать и умеет произносить текст и работать с листом, то есть либо он не умеет. Я за быстрый театр, за театр мгновенного действия, когда люди собрались, прочитали текст, сыграли и разошлись, то есть мгновенно. То есть для этого требуется высокое доверие к тексту, то есть отсутствие лишних вопросов. Черт его знает, то есть как по мне, если сыграть это раз 20-15, вот как до 26-го, то глядишь, там и появится какой-то диалог, и там еще что-то пойдет. И там кому-то станет понятно, о чем это. Я осторожный оптимист, скорее. Ну хорошо, спасибо всем. Мы не будем вас больше задерживать. Спасибо огромное вам, что вы уделили время. Нутро, природа, логика действий. Ура! Наконец-то! Наконец-то!